Я нахожусь в пустыне, и сюда меня заманила моя жена. И пускай это видео будет доказательством, что я погиб из-за нее. Вот он. Вот. То есть она сюда меня заманила. Сказала, будет замечательный закат солнца. И я поверил ей, потому что в церкви мы сказали, что будем до смерти. Но там не говорилось, что смерть нельзя там приближать. Вот. То есть она как бы выполняет таким образом свою клятву, но... Вот. Просто чтобы вы знали, что если это видео потом попадает в интернет, то значит, собственно, я... Возможно, меня уже нет, и прошу винить в этом ее. Запомните ее лицо. Это на вид она такая... Это... Видите, играет на камеру, на публику. На самом деле она страшный человек. Смотрите, сейчас у нее появится лицо какое-нибудь наверняка опасное. Сейчас посмотрим, ага. Ай, видите, смотрите. А, видите, видите? Не-не-не, вы смотрите, смотрите. Видите? Видите, а? Видели? Видели? О, смотрите, смотрите, смотрите. Она начинает распускать руки. Видели? А? Кошмар. Опасность рядом. Видели? Рукоприкладство. То есть я все заснял, ребята, и в общем, возможно, она не решится, потому что это видео реально она не сможет стереть, потому что она не знает, что такое видео. Она думает, что я какой-то дощечкой такое делаю. Видите, она не понимает. Вода пить, видите, она не знает, как открыть воду. Вот так вот, вот так вот. Поняла? Пить. Поняли? То есть только такая могла выбрать меня. Пить, еще пить глоток. Видели? Она не понимает, как в этой штуке может находиться вода. Она всегда его добывала там где-нибудь с реки, там грязной. Вот. Да. Ну, в общем, вы все поняли. Мы все еще ждем заката солнца. Вот оно. Все никак не закатится. Вот.